Олег, скажи, ты в шоке от этого объекта? Нет. Нет? Тебе нравится? Мне нравится. Тут столько материала. Это называется пилите, Шура, и пилите. Ты еще свой канал открыл, у тебя пошел контент. Не знаю, так не говори, а то вдруг он затормозится и все. Все, ладно. Ну, в чем вопрос? У нас, короче, мы стали демонтировать окна. И там такое, это надо видеть. Это даже не просто окна. Смотрите, помните мой ролик, я не знаю, ты выкладывал ролик, где снег мы нашли? Да, мы снег нашли. То есть это в подоконниках, да? Вот, ну, понятно, можно там как-то, почему, может быть, тут его заложили, ну, может быть, некачественный, или там какой-то такой материал бюджетный был. Но тут балконы, возможно, тут остекление было, и да. Не так, ну, понимаете, ну, пространство, холода сюда. Хотя балкон открытый, да. Как-то, ну, не оправдывает, да. Все равно. Пойдем дальше. Пойдем. Ребята у нас делают окна, вставляют. И они просили вот эту часть. Что делать им? Кстати, вон, ребята. Вот здесь была кирпичная кладка. Ты пока не самай, вот отсюда самай. Чтобы больше эффекта, да, было. Вот здесь была кирпичная кладка. Ну, вот и эта кирпичная кладка, она вся ходила ходуном. Короче, есть, так же сами положим, понимаете, как гипсолит. Дальше, пойдем. То есть, крепиться к ней нельзя было. Поняли, да? Ну, откос. Поэтому мы сказали, поставьте так, а мы потом придем, зашьем, сделаем, заштукатурим там, сделаем. Ну, да. Здесь лежало что? Подоконник. Подоконник был сделан из чего? Ты давай вопросами-то не задавай. А, пойдем, покажу. Какие-то ребусы придумали. Ребусы. Из чего? Вот целый подоконник. Плита, могильная плита. Она просто снялась. Это тоже раствор, как и мы блоки сымали, да? Летом, вот смотри, песок. Понятно. То есть она на бетонной контакте держалась. Там не было никакого. Раньше водой сбрызгивали. Как мне подписчики писали, да ты что, там такую тематику разводят. Там это жуть, это я прям не знаю. И все грамотеи, а ты, оказывается, человечек не с той буквой. И вот тебя там пылесосит, и пылесосит какой-то грамотный. В то время не было этого, в то время то-то. Ребята, досматривайте ролики до конца и улавливайте смысл всего, а не только за контекст какого-то определенного слова браться и это раздувать. И слушайте нас. И слушайте. Да, кстати, ладно, возвращаемся. Да, давай. Вот теперь смотри, что это. Снег опять. Опять снег. А там наружный облицовочный кирпич. Вот смотри, все, больше нету, покажи. Смотрите, какой пирог. Вот это внутренняя часть 5 сантиметров. Все, здесь обойки клеятся. Вот. Вот такая щелка. Не 5, 8 сантиметров. Ну, 8, да. В заблуждение. Не водя, тот тебе напишет, как может гипсолиту быть. А давайте я даже вот так сделаю. У меня здесь вспышка есть. Во. Мы засвет сделаем. А от потолка смотри, сколько не хватает. Там даже паутинка, паучки неплохо живут. От потолка вообще вон ниша какая. Это все вот не трогалось, только кирпич убрали. А давай теперь вопрос зададим. Если она в такой стенке лежит здесь, утеплитель этот... Слушай, Олег, я боюсь, а как она вот на этих кирпичах держится? Стенка? Окно. То есть они вон, они просто... Они не так. Нет, они не так, это мы будем уже потом делать. То есть эти получше... Они анкера сюда забились, там... Вот, смотрите, вот она нишка. Вот она. Слушай, Сереж, давай, наверное, знаешь куда? И вот, короче, улица. Вон она. Все. Зазор. Вот такие вот пироги. Хочешь часть сюда? Хочешь там часть вот туда, в зал? Ну как? Вот давай, раскидывай туда и туда. Часть вот сюда, в середину, да, чтобы мы отходили. И там дальше пошла. 75 туда, 75 сюда. Ну, давай. Сверху нравится. Вот вам и несущие стены. Что с ними делать? Не, видишь, как забабахали? Ну, да. Мудро. И на то потолке, и на это. Уголки, да, здесь? Да. Раз, смотри, два, три уголка. А потому что по-другому никак. Ну, получается, туда оно не вывалится, потому что в кирпич упирается, в кладку. Видишь, в облицовку. Не, ну понятно. Сюда тоже у нас не вывалится. Потому что он там-то засверлил, потолок засверлил, тут засверлил. И плюс мы еще сюда придем. Ну, вы, наверное, так редко когда ставили, да? Вы поэтому бы говорили... Ну, они редко так вообще, да? Они редко так вообще квартиры видели такие, наверное. Это первое. Я сам в шоке. Я тоже первый раз такое вижу. То есть вот это получается... Не, классно, молодцы. Вышли из ситуации.
Хорошо. Да, ну утеплять. Это что, это получается все стены, это получается вот этот гипсоль. Да, вот самое решение теперь. Такая же песня. Это головная боль теперь у заказчика. Представляешь, мы сначала зашли сюда, чтобы отбить штукатурку, помнишь, что она вся бунила. Этапы расскажем, да? То есть нельзя было оставлять. Угу. Штукатурка бунила, и она вся причем. То есть мы показывали ролики, как она сыпалась, да? Да. Второе напасть. Как только отбили штукатурки, стены все стали ходить ходуном. Все. Мы все стены убрали. Получается, мы прям нормально убрали. Вот еще сколько осталось у нас. Тут два КамАЗа. Слушай, Олег, а вот здесь такая же песня, да? Но здесь благо внутрянка. Ну тут у нас внутрянка. Вот. Тоже ходит. Ну ее отбивать тоже надо. Ну, то есть по такому же сценарию сделаны все окна. То есть вот гипсолит. А вот интересно, эта вот штучка ходит ходуном. А мы ее отобьем и как раз посмотрим, что там внутри потроха. Такая же, Олег, песня. Нет, смотри, песня-то какая же. Ты меня перебил. Вот смотри, первый этап у нас был, это отбили штукатурку и должны были потом штукатурить. Да. Но мы не смогли штукатурить, потому что все стены начали рассыпаться, и они ходили ходуном. Приняли решение заказчик убрать их. Убрали. Да. Вот это соседи. Соседи. Теперь решение другое. Что вот с этой делать? С этим утеплителем. Если она здесь так, то она и здесь подоконником. То тогда, наверное, и тут стена. Слушай, а с подоконником это надо сначала батареи-то срезать. А мы не можем сейчас пока. Знаешь, что самое интересное? Отопительный сезон встал, и у них вентиля находится в подвале, а подвал... арендуют или выкупил там какая-то фирма какая-то у них. И самое интересное, эти вентиля, они там где-то зашиты в коробе. И они письма им шлют, ну, допустим, ТСЖ, да, или кто там, говорят, вы должны нам доступ, а те типа, ну, извините, мы пока вам не можем. Извините, мы летом только приедем. Как? Это крайне технические аварии, а что, как, по какому праву это вообще? То есть... А городскую выключаете сразу. Ну, короче, жуть. Детский сад, короче, что за дом. Первый раз так увидели дом. Слушай, а ты не пробовал у них у соседей? Нет, тоже... я даже не хочу трогать. Там тоже щель, да? Там то есть щель. Она у них тоже на добром слове держится. Ну, а чем наша квартира отличается от тех? Ты скажи, другие люди их делали? Я не думаю. Да, короче, чувствуем мы здесь надолго. Ну что, Олег, демонтаж продолжается? Вообще, я не знаю, мы к работе не приступим. Только будем демонтажами заниматься. Сколько мы уже демонтируем? Ну, сколько? Вторая, третья неделя пойдет? Третья неделя. И еще конце. И еще вопрос у нас опять еще подымем по отношению пола. Что мы будем с ним делать? Да, у нас пол так и открытый, потому что 10 сантиметров. Вот. Ну, ладно, это там ниша. То есть, ниша. Вот бетон. Хотя бы вот эти, Вась, поднять. Хотя бы вот эти 5 убрать, где уже керамзитная. Короче, вот это. Вот здесь вот керамзитная первая, да, а вот это известковая, да, хотя бы ее убрать. Потому что известь, она, я чувствую, если мы гипсолитовые блоки на нее поставим. А, я еще не покажу. Показать тебе? Очередной трэш. Я тоже себе ролик сниму. Смотри. Вот смотрите, ребята ходили, и сколько она уже пыли. Это же она все крошится. Вот, ну, смотри. Да. А смотри. Ну это известь, я же тебе говорю. Вот как на нее стяжку лить? Жуть, я правильно сказали, реально это известь. То есть была технология, раньше лили известь на пол. Не знаю, что за технология, кто ее придумал. Без понятия. Ладно, дальше будем показывать, к чему мы придем в конечном итоге на этом объекте. Но чувствую, это в копеечку хорошую вылиться. Угу. Или оставлять как есть. Это везде вот эти мостики холода будут. Вот так вот. Да это вообще, я не знаю, как она может греться. Вот эти все стены холодные, грибок. Ну, как вот иначе? Вот как, вот что здесь можно сделать? То есть здесь чисто вот... А самое интересное, смотри, кладка как там шла. Там кладка идет и даже недозаполнена. Вот отсюда, смотри, Вась. Где? Вот они собирали, а вот тут вот даже да, нет вот это вот дырка, ничего. Вот эта дырка, то есть что, ну просто они засунули формально. Зачем? Вот она по всей длине так и идет. Здесь вообще сантиметров 10 щель. Мне больше вот эти нравятся вещи. Кто-то говорит, это обсыпалось. Да нет, не должна она так обсыпаться. То есть они не, вот кто-то говорит, там закачивали они, знаешь, там ну, такой есть, как пеной. Ну, я понял. Но здесь видно, что они квадратами. Но они вот брикетами как-то идут. То есть, какими-то квадратами, причем как-то обрезанный кусок, еще один, еще кусочек маленький.
Не, хорошо, ладно. А вот если бы она обсыпалась, да, то значит какая-то сыпушка где-то должна лежать. Она же не лежит ее. Сыпушки нету. То есть пыли-то нету нигде. А разлом вот какой. Как будто она сажалась, ужалась. Знаешь, как будто она осела, как бы, ну, не знаю, как сократилась. Но с другой стороны, я соглашусь, но вот этот кусочек. Не почему знаю. От этих отличается? Да. То есть видно, что они этот кусочек просто засунули, да? То есть, если осела, то все одинаково должно. А вверху, смотри, Вась. Сейчас вверху тебе вообще загрыжешь. Вот смотри, нет, я имею в виду вот этот вот целый блочек, а вот этот вот, что вот этот за кусочек? Да вот вообще это. Непонятно. Кто его так положил? Что, он усох, что ли? Это его положили там так. Нет, это вообще, вот это вообще прям узел. Хорошо, что ребята сняли вот эти вот кирпичи, чтобы, ну потом проблема действительно. Вот нет, а сейчас мы заказчику покажем, пусть принимает решение. Тут не знаю, пироги. Как быть. Вот так вот.